Привет, подружка. Привет. А давай поиграемся из этого пластилинчика. А давай. А как думаешь, он высохнет или нет? Я думаю, что нет. А какую баночку выберем? Давай и голубенькую. Он такой красивенький, светик. Хорошо. Но может ты откроешь, а я потом вот эту баночку открою. Да, ребята, он высохнет. Ну что нам делать? Мы вам поможем. Если пластилин Play-Doh засох, то его можно восстановить. Сделать его таким же мягким, какой он был раньше. Как это сделать? Нужно просто добавить водички. Закрыть. Так, немного поболтать, перемешать. Можно оставить на ночь. И потом просто его перемешать. И пластилин снова станет мягким. Мы сейчас как раз этим и занимаемся. Весь наш пластилин уже засох, давно с ним не играли. Но решили ему немного помочь. Потом покажем результат. Ну, давайте пробовать. Например, синий Play-Doh. Замечательный. Стоит его только немного перемешать, помять, и он отличный стал. Теперь можно спокойно продолжить играть с ним. Дети очень любят Play-Doh, поэтому можно так ему продлить немножко жизнь. Ура, мы уже слепили торт даром, поделили его на кусочки. А всем пока и до скорых встреч!